Депутат Одинцовского совета депутатов от «Единой России» Владимир Виницкий встретился с руководством и участниками Кубинского военно-патриотического клуба «Вечный огонь». Сейчас клуб проводит вахту памяти в местах битвы за Москву. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память». Депутат добавил, что сейчас также подводят предварительные итоги реализации программы «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которой выполнялись наказы народной программы и реализовывались губернаторские программы. А депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Михаил Солнцев встретился с представителями ветеранских организаций города. На ней обсудили достижения муниципалитета, реализованные в рамках губернаторских программ.